Состоялась встреча губернатора Челябинской области Михаила Юревича и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Встреча прошла в резиденции патриарха в Даниловом монастыре. В ней принял участие митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан. Главной темой обсуждения стало строительство кафедрального собора в столице Южного Урала. Губернатор области и глава митрополии представили патриарху Кириллу проект строительства кафедрального собора в честь Рождества Христова. Храм, рассчитанный на 3000 человек, станет архитектурным украшением современного Челябинска и духовным центром области. От всего сердца желаю помощи Божией Челябинской земле, которая имеет совершенно особое значение для всей Российской Федерации. Это один из самых мощных регионов в экономическом отношении. Там действительно живет и работает очень трудолюбивый народ. Но годы господства атеистической идеологии привели к тому, что Южный Урал был духовно обескровлен. И это не может не отражаться в том числе и на внутренней жизни людей, на духовной жизни людей. В свою очередь Михаил Юревич поблагодарил святейшего патриарха за встречу и высоко оценил уровень взаимодействия областной администрации с Челябинской митрополией. Губернатор особо отметил, что сейчас в области активно строятся храмы. Только за прошедший год в Челябинской епархии открылось 67 приходов.